Всем привет, с вами канал Белосто, и мы с вами продолжаем проходить Корни Зла. Root of Evil The Taylor, если быть точнее. Taylor, если что, это портной. В прошлой серии мы с вами, если не отшибает моя память, мы в первой серии с вами прошли уровень, где в конце вот та вот баба-призрак, которая за нами все время гонится, сожрала паука. И прикиньте, что оказалось. Я, короче, стартую с этого самого момента, где она сожрала паука. Обнаружил открытую дверь. И вот я сейчас, буквально минут 5 назад, прошел через эту дверь. И оказывается, у нас здесь снова локация. Если что, это та самая локация, где, оказывается, вот на этом самом месте, где я сейчас показываю, был кот. Я его тогда не нашел. Плюс еще здесь у нас есть ворона, которая, к сожалению, или может быть даже к счастью, не разговаривает. И, видимо, призрак настолько сильно польщен, что я так хорошо играю, что решила мне устроить такое вот свидание. Ужин при свечах, если быть точнее. Это так мило, знаете. Плюс у нас до сих пор здесь лежит ключ. Газету, которую мы с вами сложили в первой серии. И пока мы не знаем. Я пока не знаю, что мне делать сейчас. Ну да ладно, посмотрим. Так, интересно, а там все еще стоит вот это вот? Блин, вот эта штука, она все еще стоит. Я не знаю, как ее открыть. Видимо, здесь нужна какая-то подсказка. И типа... Да, а я могу, например, открыть дверь? Ага, сейчас прям. Сейчас прям открыла тебе дверь. Так, ладно. Здесь, наверное, надо что-то сделать или что-то открыть. Может быть, даже рыб пожарить. Вино, винишко попить. Так. Не, ну тут нужны грузики. А грузиков у нас нету. Так, может холодильник открыть? Холодильник можно открыть, но нам нужен ключ. А ключ, он лежит в раковине. То есть пока неизвестно, что нам нужно делать. Пока не совсем даже понятно. Так. Если что, вот этот вот сундук, он отвечает за... А, он сам открывается. Если что, этот сундук, вот здесь вот нужно... чего-то тут не хватает. А чего конкретно, я пока что не знаю. Ну да ладно, будем искать. Будем искать, будем все это находить. Все дела. Может, мне сесть надо? Нет. Задуть свечи? Нет. Что мне делать? Мне пока реально нечем заняться. Вот просто нечем заняться. Что в реальной жизни мне нечем заняться, что в игре мне нечем заняться. Серьезно. Нечем заняться, потому что военком мне так до сих пор и не принес мне военно-учетный билет. Так, лучшая бумага приз. Джон Смит. Угу. Джон Смит — это, видимо, муж того призрака, который за нами гонится. Может, реально вот здесь вот загадка? Может, здесь какой-то новый символ, например, нет? Может, здесь буква X или N? Может, вообще, знаете, как должно быть вот так? Пусть будет буква М, но она будет выглядеть, знаете как, вот так. Может, опять все нажать надо? Я реально хз, что мне в данном случае делать? Эта коробка, она мне ничего практически не дает. Две, кстати, я так понимаю, не открыл. В смысле? Ах ты ж хитрый какой! Смотрите-ка! За картиной все это время находилась подсказка, а я не воспользовался картиной. Нормально. Так, подожди. Я так забуду. Ну-ка. Так. Первая, третья. Седьмая, восьмая. Первая, третья, седьмая. Ну, зашибись, вовремя это солнце зажглась. 11-часовое солнце. Потому что у нас 11 часов по нашему времени. В смысле? А, может, надо... Может, наоборот вот так вот смотреть. Оп, 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 оп и оп. И чё? Может, две карты откроются? Нет. Что-то какая-то не очень подсказка, знаете.
Ладно, давайте все вернем обратно и попробуем все-таки на эти цифры нажать. 3. 1, 3, 7, 8. А почему неправильно? И что дальше? Может это перевернутое? Подожди. У меня тут есть, ребята, это, как бы сказать, идея. А что если это все перевернутое? Что если это будет выглядеть вот так? Вот, вот, вот и вот. Нет, не перевернутое. Не понял. Может это выглядит тогда... Интересно, интересно, ребят. Интересно и в то же время непонятно. Ребят, прикиньте, пока я тут разбирался с головоломкой, я еще, оказывается, секретный символ пропустил. Вот он. А ведь мы же здесь охотимся не только за сюжетом, но и за секретными символами. Которых не так просто найти, ибо они секретные. Короче, я узнал, как ту коробку раздать. Так, вроде игра отлагала. Короче, ребят... Я не знаю, почему подсказка мне пытается тут врать. Смотрите. Оказывается, нужно было... Оказывается, вот эти вот две кнопки я нажимал правильно. Покажу, какие. Вот и вот. Но оказывается, посмотрите, как выглядит подсказка. Блин, а. Посмотрите, как выглядит подсказка. И какие кнопки нужно было нажимать. Так, отлагало. И еще раз. Посмотрите, как выглядит подсказка. И на какие кнопки надо было нажимать. Подсказка, и на какие кнопки надо было нажимать. Если бы не Куплинов, я бы не догадался. Вот хоть убей. Так, надо нажать на паузу. А тут вообще есть пауза? Есть, слава богу. Так, настройки. Так, все хорошо. А то, блин, это, я боюсь, как бы игра снова не залагала. И еще добавил ко всему время катсцены. Это будет вообще полная жопа. Ну да, берем. Так, брошь. В смысле? Ну, брошка, и что дальше? Я сейчас подумал, это обручальное кольцо или типа того. Вот прикиньте, сейчас во время катсцены будет лагать игра. Все. Это Габел. Я нанял служанку. Ее звали Мэри. Теперь она будет заниматься готовкой и уборкой в доме. А ты будешь все это время лениться, да? Я чувствовал, что моей жене она не пришлась по душе. Ревнует, но важно было то, что Мэри могла присмотреть за ней в период беременности. А к чему такая ну понятно. Она беременная, поэтому и у нее такие глюки в голове. Типа ревность там или прочая такая херабрина. Ладно, ладно. Короче, что мы из всего этого мы узнали? Наша жена-призрак, она была беременной. И плюс еще она порезалась пальцем. И плюс еще у нее были глюки в голове, типа ревности. Закрепи. Так, допустим, мы добыли эту брошь. Ну или ожерелье. Я не знаю как. Почему-то у меня опять полосы в игре появились. Видимо, это из-за графики, типа того. Ладно, брошь мы нашли. Теперь я могу выйти отсюда? Могу, отлично. Так, мы опять возвращаемся в комнату. Опять у нас... Воу. Горшочек упал. Опять у нас появляется такой геймплей в стиле 5, когда нужно каждый раз в одну и ту же комнату выходить и выходить. Так, по-прежнему здесь какая-то карта. Дай ему попадет цветы. Цветы я поднять не могу. Свет все еще горит. То есть жена-призрак, она каким-то образом не пытается нас остановить. Сейчас дверь закроется, прикинь. Передо мной. Нет? Очень хорошо. Очень хорошо. Что передо мной дверь не закрылась. Так, здесь у нас была... Чего? Что за музыка? Здесь у нас была голова козла, у которой покраснели глаза. Так, сейчас стопудово люстра упадет. Потому что когда люстра висит на вот такой вот веревочке, это все. Это конец. Это пипец. Джентльменам не матеряться. Джентльмены не матерятся. Так. А что тут нового? Так, а может мне просто пройти мимо, нет?
Да не, меня просто так эта комната не выпустит. Чувствую, здесь подвох есть какой-то. Кстати, я вот в первой серии вот не знал, но оказывается, можно переключать телевизор. Почему-то вторая кнопка не работает, а вот первая работает. Может, если я сделаю пал наоборот, может, будет какой-то скример? Нет. Скримера нет. Скримоты нет. Так, ну-ка, давайте проверим все-таки. Выпустит ли меня комната? Не выпустит? Конечно, не выпустит. Надо здесь решить какую-то загадку. Вся игра — это одна сплошная череда загадок, которые нам нужно разгадать. Так, ну мы это в прошлой серии открыли шкатулку. Мы, кстати, до сих пор не нашли второй номер телефона. Второй половины номера телефона. У нас есть только 0.35, а дальше какие цифры? Тут без понятия. А перебирать и... как вам объяснить? Перебирать несколько комбинаций мне как-то впадло. Может, надо в ту комнату сначала зайти. Там посмотреть, там все пощупать. Может, реально на горшок? 5. Опять тесаны, пятнашки. 5. Это что за цифра? Это 2? 2... 8. 528. 0.35, 528. Все, понял. 0.35, 528. Это изи. Смотри. С первого раза. Ну-ка. Возьмите его. Так. 0. 3. 5. 5, 2, 8. Ну-ка. Ха! Или нет? Или неправильно? Это, может, там была цифра 3? Ну-ка, подожди, может, там цифра 3 была, может, это не 8? Или это 8? Ну, это 2. Ну, это цифра 2. И это цифра 8. Да? Да, это цифра 8. Это 8, это не 2. Это не 3, точнее, хотел сказать. Ну, это цифра 8, это 5. А это двойка. Двойка? Двойка. Это пятерка. А может, здесь какая-то цифра есть? Нет? Нет. Ну, 5, 2, 8. А может, наоборот надо было? Ну, не 0, 3, может, 2, 528, 0, 35, может. Ну, может, так надо было, нет? Ну-ка. Это типа загадка такая, что ли? Надо было набрать номер телефона, нет? Ну-ка. Нет. Просто так набрать номер телефона, это было бы слишком просто. Это было бы изи. Это было бы тогда на изяк. Ладно, давай попробуем тогда другую комбинацию. 5. 2. 8. 0. 3. И 5. И ничего. Так, а зачем тогда нужно было мне показывать 5-2-8? Может, 8-25? А может реально надо перебирать разные комбинации, типа 528, 825, например, или 285. Давайте попробуем. Короче, походу, ребят, мы половину игры будем перебирать разные комбинации. Ладно, давай, 0. 8 веселый, игра, знаете ли. Перебирать разные комбинации цифр. Это очень весело, блин. 0.35. Давайте попробуем тогда 200. 80.
285. Неправильно. Так, хорошо. 0. Тридцать. Ну, 0.35 это понятно. Тогда 520. Нет, 528 уже было. 582. 582. Нет, неправильно. Тогда у меня есть еще одна идея, но это вообще бред полный. 2, 3, 5. 8-0. Ну это бред какой-то. Последняя цифра там непонятно какая. Ладно, давай еще раз. Другая попытка. Давайте попробуем 258 тогда. Тогда будет 0.35. И 258 пусть будет. 258. Без понятия. По тебе без понятия. Что это за комбинация такая? Придется, ребят, обратиться к специалисту в этом плане. Так, ребят, оказывается, нам телефон не был вовсе и нужен. То есть, сначала нам пока что телефон не нужен. То есть, с телефоном мы разберемся позже. Оказывается, я каким-то странным и вообще... непонятным способом снег пошел. И, по-моему, ветер перестал дуть, да? Ну да, наверное. Вот, каким-то странным и непонятным образом мой зоркий глаз, мой орлиный глаз, не заметил лома, который лежал рядом с цветком. Я просто прошел мимо него. Лом, фомка, или как там его. Короче, оружие этого, Гордона Фримена. Все. И тут у нас лежит сундук, в котором нам нужно ввести эти самые цифры, которые мы сейчас только что видели. А именно 528. И все. Сейчас. Отлично. Так. И что там у нас лежит? Что это? Ручка от двери. Это еще что? Это я просто набираю цифры. Так, ребят, мне надо сейчас дверь проверить, так что... Секунду. Так. Ручка от двери. От какой конкретно двери? Так, это не та дверь. В этой двери есть ручка. Так. Скорее всего, вот дверь. Так. Давай, иди сюда. На. Дайте как-нибудь. Все! Отлично, сам откройся. Сам откройся. Мы должны найти вторую половину номера телефона. Она должна быть где-то здесь. Так, глобус. Опять загадка, да, какая-то? Воу. Глобус можно крутить. Так, скорее всего, здесь какая-то загадка с глобусом связана. Так, опять окно. За окном идет ветер, и там дерево. Так, о! Внезапно однорукий бандит! Без ручки, правда. А я могу в это играть? Так, мне нужен четвертак. И плюс еще ручка. Чего? А что мне скоро 40? Подожди. Что-то с курсором было не так. А в смысле ручка отсутствует? А это что? Это не она? Не, нужен четвертак, серьезно. Но почему-то пишется как ручка. Хотя мне нужен четвертак. Нужно найти монету. Так, а что? Опять код? Опять код, зашибись. Так, ладно, давайте попробуем здесь тот же самый код, который был в первой серии. 1890. Попробуем. Может быть, это тот самый код, который нам нужен. Или 0.35. Да ну? Скорее всего, нет. 0.35 это было бы слишком просто. А может быть, код находится в глобусе? Нужно его правильно повернуть? 1890. Нет? Ладно, нет так нет. Нет так нет. Это что? Что за шняга? Непонятно.
Ладно. Хорошо. Так. О! Лошадка. Я маленькая лошадка. Так. Не, серьезно, может надо как-то поставить глобус правильно, чтобы получить цифры? А я могу это двигать? В смысле? На семерку я поставить не могу. Встать как-то раз тоже. Один. Два. Три. Четыре. А в чем прикол? Четверка это восемь. Потом. Ну-ка. Нет. Пять. Ну-ка. Восемь. Это, скорее всего, код. Восемь. Восемь, один. Да ведь? Ну, давайте. Давайте сразу же запишем, чтобы не забыть. Так. Сейчас быстренько все это прокрутим. Да, быстрее. Восемь. Единичка. Все. Закрепили. Так. Пути. Так. Не буду. Так. А может реально на цифру 1 надо ее поставить? Ну-ка. Нет. 2. Нет. 3. 4. 5. 7 8. Она не двигается. Ой, а это я двигаю. А, это я двигаю. Подожди, это я двигаю. Ёкарный баба, это ж я двигаю. Подожди. А что от меня хочет игра, мне интересно, подожди. Это чё? А в чем смысл, подожди. Я что-то, ребят, не понял, в чем смысл, поэтому опять к специалисту обращаемся, потому что я не понимаю смысл этой головоломки. Короче, ребят, смотрите. Вернемся обратно к той карте, которую мы несколько раз мимо нее проходили. Оказывается, для того, чтобы открыть глобус, именно открыть, нужно тыкнуть вот сюда, где находится паук. Вот сюда вот нам нужно тыкнуть. А именно где-то в районе четверки и шестерки. Вот где-то в этом районе. Давайте я вам покажу, где-то, как это будет находиться, как это будет выглядеть. Выглядит это будет, по-моему, примерно так. Вот четыре. И вот глобус открылся. Там, где было показано на карте. Итак, винишка у нас каким-то образом появилась. И чё? А, кроме винишка, у нас вторая часть кода. Можно перевернуть? Я не увидел цифры. К сожалению, я не увидел цифры. Так, у нас стоит лохотрон. В последнее время у моей жены было жутковатое выражение лица. Она жала пауков. Она говорила меньше, чем раньше, и часто агрессивно. Иногда я замечал, как она плачет и улыбается наедине с собой. Однажды я ужаснулся, увидев, как она играет с пауком. Она не играет с ними, она их жрет. Она их жрет. Врач сказал, что это возможно расстройство. Да это из-за беременности, что я могу сказать? Моя супруга нуждается в лекарствах и особом уходе. Ой, не знаю я про какой-то особый уход говоришь, чувак, но это, видимо, из-за беременности. Вот, ребят, до чего беременность иногда может довести. А где, кстати, бумажка? Вот она. Я хочу узнать. Подождешь. Я тебе не открою. Отстань, подождешь. Так. 035-653. Так, надо запомнить. Давай, скример. Ладно, это был не скример. Но это было немного пугающе. Так, пока никого нету. И откуда-то у меня появился фонарик. Хотя я вроде его и не брал. Ладно. Как знаете. Ну ладно, возвращаемся с вами к телефону.
И давайте мы его с вами включим. Так, не включим, а позвоним. Так. Ноль. Три. Пять. Шесть. Пять. Давай. Может, это зернистый стакан специально, просто у меня полоски какие-то появляются. Три. Все. Ой, у меня в руках телефон. Я могу с ним ходить, да? Не, я не могу с ним ходить. Где телефон звонит? Ответил какой-то призрак. Говорит. И все. Никакой полезной информации мне не дал. Для чего тогда был этот разговор? Видимо, для того, чтобы открыть дверь, да? Нет! Серьезно, нет! А где телефон? Здесь рядом звонил телефон, но я его не вижу. Ой. Дверь проходит сквозь это. О, секретный символ, слышу. Так, спокойно. Интересно, а что эти секретные символы дают? Может, это какая-то особая концовка? Наверняка. Наверняка. Ой. А, я... Это в первой серии же он еще был, этот заяц-то. Так, может шкаф открыть? Нет. Может, еще раз позвонить? Или уже не дает? Не дашь? Не дашь? Ладно, пойдем тогда обратно. Ой. Дверь открылась. Хорошо, так. Здесь какая-то лампочка моргает. Секретный символ. Буква Е с лишней ножкой. Так. А мне надо как-то пройти. Или нельзя? И чё? А-а-а. Это кровать. И еще один секретный символ. Два секретных символа в одной комнате. Нормально. Нормально я искать и слышь. Так, часы. Мне что, надо время перемотать? Подожди, а как мне понять, сколько времени сейчас? Может, мне надо найти те часы, которые были в большой комнате? Там вроде я видел часы. Или они не там находились, я уже не помню просто. Ну-ка. Ага, понял. Все. Так, время должно быть 10:35. 10:35 должно быть. Если вечернее время, то 22:35 должно быть. То есть, смотрите, как это должно выглядеть. А, мне надо кликать на саму стрелку. Ладно. Так. Давай, крутись. Вот эта маленькая стрелка, она должна оказаться на десяточке. А вот эта на 35. Ну или же без 25. Должно быть. Кукушка! Кукушка! Как бы намекая то, что у жены не все в порядке с головой. Из-за беременности. Оставалась неделя до рождения нашего ребенка. Мэри внимательно ухаживала за моей женой, и симптомы расстройства личности на время. Обычно супруга занималась шитьем плюшевых зверушек и говорила, что эти игрушки для будущего ребенка. А подожди, она же... Вроде же... Выглядели они же. Вот-вот, я и говорю то, что этот заяц. Оказалось, что она была одержима чем-то. Ну... Она одержима беременностью. Хотя, подождите, в первой серии же говорили, что она не может, вроде как, иметь ребенка. Она бесплодна. Разве нет? По-моему, так и было. Там заяц был. Вот. Кстати, можно его на превьюшку взять. Вот. Вот так вот пусть постоит. Будешь как на превьюшку. Серьезно. Потом после записи. Ох, ёшкин матрёшкин. Блин, я ненавижу сейфы.
Хоть убей. Кстати, я не отражаюсь какого-то хрена. Я вампир, видимо. Вампир в этой вселенной. В особенной. Так, ребенок. Кинотеатр. Йога. Гимнастика. Тест. Интересно. Интересно. Ладно. Так, я надеюсь, я уже все загадки разгадал. Может, мне туда пойти? Сейчас какой-нибудь пу будет, и все. Вот отсюда появится, и все. Нет? Не появится? Не появится. Ладно, пойдем тогда обратно. Обратно в большую комнату. Посмотрим, что там да как. Может, козел... Может, сейчас козел выпрыгнет из-под стены. Так, возьмет и козел выпрыгнет. О, дверь открылась. Вот это хорошо. Вот здесь, кстати, мы прошлый раз кирпич подобрали. Так, я надеюсь, коробку там убрали. Ать, скоты! Все еще коробку не убрали. Вот какого хрена? Я хочу попасть... Я хочу попасть на второй этаж, а... А, так это я картину увидел. Вот я хочу попасть на второй этаж, а меня не пускают. Что за херня? Так, я могу сюда зайти? Да, хрен там. Хрен там. Плавал. Хорошо. Не хочешь меня пускать, допустим? Так, а что это за звуки? Что это за... Меня не пускают. Так. Может, сюда надо? Поэтому вернусь обратно. Так, это что? А может, здесь надо повторить тот самый код, который был? Может, здесь будет как раз-таки 300... Не, почему не 300, а... 500! 28, может, здесь тоже будет. Ну-ка. Просто тупо повторю код. Почему бы, собственно... Угу, хрен там плавал. Хрен там плавал. Ладно. Попробуем тогда 653. Последний номер телефона. Хрен там плавал. Хрен там плавал. Так, я все еще до сих пор, кстати, не нашел пластинку для этого граммофона. Поэтому трогать ее пока не буду. Секретный символ. Так. Может, опять мне надо просто пройти эту комнату, нет? Так, этой дамочки пока еще нету. Что-то она, кстати, не очень-то собирается нас пугать. Видимо, ей надоело уже нас пугать, потому что мы настолько неустрашимы, что решила такая... А подожду. В смысле, я же этот секретный символ брал. Что-то как-то в игре очень странно работает сохранение. Серьезно. А что мне делать? Опять что-то надо искать. Мотоцикл. Ой, мотоцикл, велик. Там все забито. Дверей новых нету. Одна дверь открыта. Ой. Ой, не могу открыть. Ой, паучок. Ой. Ой, паучки побежали. Эй, а куда вы? Братья-паучки, Itty-Bitty-Spider. Ну-ка, куда они побегут, интересно? Паучки такие прикольные. Вау, они просто сквозь дверь пробежали. Ладно. А в смысле ты не можешь открыть дверь? Из-за пауков? Серьезно? Ой. Мне нужно срочно пройти в эту дверь. Это что за крик Тарзана сейчас был? Еще зареви тут. Ой, зашибись. Вот да ч... Вот. Крик до добра не доводит. А ты что, я реву, что ли? Все? Все? Закончилось? Это опера с орущей матерью и орущим ребенком. 310. Это, видимо, код. А это что? Все что ли? Это просто показывает мне код и все? Ванна. Кстати, прикольно, ванна выглядит. Ладно. Ладно. 310, так 310. Все-таки, оказывается, я правильно шел, когда первую цифру выбрал 300. 310, оказывается. Хорошо. 310, так 310, допустим.
Давай. 300. 10. Где десятка? Где единичка? Единичка. И 0. А прикиньте, если бы я эту дверь раньше открыл. В смысле? Это не 310, может это 370? Может это не единица, а 7? Может это 7? Подожди. 300. 310. И чё? А, 848. А, это думаю, похоже на 310. А, это надо было встать под правильным углом. 848, оказывается. Хитро придумано. 848, оказывается. Хорошо. 848. Нормально вы придумали. Так, и вот так. Хорош. Так, открывай. Чего не открываешь? Так, вот и пластинка. Для граммофона, виниловый диск. Но я его называю старой пластинкой. Давай, зажигай. Поехали. Так, походу родные пришли, ребят, так что всем. Нахуй отсюда отставить хочу, потому что она может на пол упасть. Это... Увидеть новорожденного был для меня настоящим шоком. У него было деформированное лицо. Один его внешний вид вызывал ужас. Ребенок умер несколько часов спустя. А моя жена была без сознания от истощения. Я не представлял, как ей сообщить эту новость после того, как она придет в себя. Чё там нарожали уродов, блядь, каких-то, слышь?